Это Гринчики, всем привет. Мы находимся в магазине Pet Smart. Это магазин для животных. И решили снять вам немножко чуть-чуть этого магазина. Значит, это магазин очень огромный и представляет собой как целый гипермаркет, поэтому все, к сожалению, мы вам показать не можем, только что-нибудь. Вот, поэтому что успеете увидеть, то увидите. Пока вот находим тут и смотрим. Вот, это значит, сразу скажу, цены не самые дешевые в этом магазине. Вот, вот эти желтые ярлычки, это обычная цена, regular. А снизу скидка, это когда у вас есть карточка магазина. $10 стоит 3,5 килограмма. Да, значит, $10 стоит 3,5 килограмма. То есть карточку в магазине взять не проблема. Значит, вот такая вот фирма для адалт, то есть для взрослых собачек. Вот, вот он такой серенький, некрашенный. Вот, что вам дальше показать? Значит, сразу говорю, что это видео для любителей животных, для собачников, там, для котятников. Поэтому, кто в этом не это самое, то может не смотреть, потому что... вот, вот, пожалуйста, есть и за 5 даже долларов. Это 1,8 килограмма. Вот, это Hills. Вот, пожалуйста, вам цена. Ой, я перепутал. Вот цена. Вот. Ну, потом уже ставьте на паузу, рассматривайте. Всякие консервочки. Очень удобно. Открыл, хоп-хоп, накормил. Вот. Это $36. $36, это уже вон 10 килограмм, 11 килограмм. Вот так написано, spay neutered. Это значит стерилизованное либо для кастрированных животных. Вот Royal Canin, кстати, вот для даже, например, для кого вам показать Royal Canin? Ну, вот $17 стоит для таксы. Сколько же здесь он весит? 1,13 килограмма, ну да, это очень дорого, конечно. Вот. Но фирма просто дорогая. Есть магазины, в которых, ну, корма значительно дешевле. Ну, может быть, не такие известные марки. Вот. Вот, пожалуйста, Проплан. Проплан $30 стоит. И там в нем 8 килограмм. Есть такой вот Проплан. Вот. Что хотите. Вот это вот переноски. Надо вам сказать, что мы, когда перевозили нашу собаку, мы покупали за $100, даже больше, вот такую вот переноску. Но тут дорогие. Вот. Но мы видели, такую, как мы покупали за 100, здесь продается за... вот она, $80. Это вот всякие переноски. Здесь вот находится сразу же груминг-салон. То есть сразу же в магазине вы можете отдать свою собачку. Там вот сидят люди, они могут вам сделать красоту для ваших собачек. Значит, я хочу сказать, что уже видео резать не буду и обрабатывать не буду. Все как есть, так сразу и выложим. Вот, это, значит, опять корма для собак. Идем дальше. Я, к сожалению, не всегда смотрю в экран, поэтому уж сразу извиняйте, если что. Это опять корма для собак. Ну, я пытаюсь пройти, тут я не знаю, даже какие-то подушечки для них. Вот, натуральные снеки для счастливых собачек. Вот. Это типа тушенка. Тоже $2 и все. И вот мы когда куда-нибудь ездим, очень удобно брать с собой. Вот. Можете купить себе такого крокодила зеленого. Вот. Ну, то есть, знаете, для людей с голоду не умрешь.
и для собак с голоду не умрешь. Вот, цены разные. Что-нибудь пойти, может, посмотреть подешевле. Я так сейчас немножко опущу камеру. Здесь все для всяких птичек. В птичках я, кстати, совершенно дуб-дубом, поэтому вот, не знаю. Уже что попадется на глаза, то увидите. Что не попадется, то не увидите. Вы уж извиняйте. Вот, я в птичках дуб-дубом, что ничего не понимаю. Здесь целые стеллажи всяких игрушек там. Какая-то там для котов, вот это я даже не знаю, что это такое. Автоматический какой-то круг с таймером. Наверное, будет бегать за котом. Вот этот, да. Не знаю. Ну, такая вот мурзилка. 7 баксов, конечно. Но где бы вы такую видели? Что тут еще есть? Да, всякие. Вот, если вам дорого за 7, купите за 3,99. Сразу две рыбки. Вот. То есть везде на все скидка есть. Но это может быть и маркетинговый ход, я не спорю. Вот. Сейчас пойду еще куда-нибудь зайду. Это вот еще какие-то игрушки. Вот. Значит, здесь сразу же еще есть и ну, лечебница для собачек. Уже закрыта. Это уже я попал, я так понимаю, в раздел для котов. Вот, смотрите, что тут есть. $30. Целая установка. Вот, что тут еще? Ну, эксклюзивные тарелочки для ваших любимцев. Ну, цена такая вот, 4, там, $8 всякие есть. Но зато посмотрите, я вам хочу сказать, что в Беларуси живут люди, которые сами не могут есть из такого рода посуды. Что это здесь посуды для котов лучше, чем для людей. Вот это автоматические поилки. Стоит $10. Сразу извиняюсь за качество записи там или за то, что может камера дорожит. Вот. Здесь вы можете купить всякую уход для котов. Чесалки, там, расчески, массажеры. Я даже не знаю, у нас нет сейчас кота. Здесь пошла всякая вот химия. Назначение даже не берусь вам рассказать. Ну, цены, конечно, знаете, не дешевые, но когда я вот уже столкнулся, насколько хорошо химия американская работает, то, может, не жалко тех денег. Вот здесь вот, пожалуйста, можно забрать себе за символическую плату животных. Вот тут есть описание, кто в них есть. Вот, если вам нужен котик, то вот можете взять себе. Вот котики тоже сидят всякие. Вот, что они пишут? Ну вот, например, вот этот котик стоит $95. Вот, что тут про него написано? Мне просто некогда читать. Вот, $95. Вот этот вот, который там завалился, тоже 95. Ну, они все уже привиты, все ухожены, вы 100% будете знать, что никаких проблем. Ну, здесь тоже всякие прибамбасы, аксессуары, наверное, уже сюда я не пойду. Это рыбный мир. Ну, я, может, пока не буду на глазах у служащего снимать. Так, тут всякие хомячки. Вот, значит, начальный набор для старта стоит $60. Тут, вы понимаете, вот
что-то там есть в коробке. Вы же пока будете смотреть, разберетесь. Вот. Есть всякие вот для тех, у кого птички, всякие коробочки, баночки, поилки, вот, игрушечки. Вот, $12 стоит вот такая вот штучка. Вот. Очень, конечно, все интересно. Вот, а вот для кроликов набор для дома. Вот, что он, можете почитать потом, что он включает. Я просто еще сам не до конца понимаю, стоит он $99. Вот что тут у нас, тут где-то должны быть какие-то, но я их что-то не вижу. О, один друг есть. Там я даже не знаю, что одежда, вон я смотрю, еще что-то. Я уже, наверное, туда не пойду, а то я буду, знаете, тут сам ходить до конца. Вот. Здесь, например, всякие поводки, шлеи. Вот такой поводок стоит вот $14. Если вам нужна шлея небольшая, то вот $10 каждая такая вот. Ну, это тоже поводок. Ну, в общем, я вам скажу, что просто можно сойти с ума и рехнуться от этого всякого безобразия. Вот, вот ценники вон вверху $11, $13. Ну, такие вот цены. Ну, что тут вот есть. Вот за $11 вот такой вот можно купить. Вот. Для маленьких собачек. Вот, для маленьких собачек есть вот это поводки. Вот, пожалуйста, смотрите, какая красота купить такой поводок для вашей собачки. $10. Ну, представьте, я не знаю, конечно, но в Беларуси, я думаю, за 10 не купишь. Вот, всякие цепочки, тоже вот $10, вот, цепочки. Вот. Вот такая вот цепочка, стоит $10. Вот. Сейчас я назад примкну. Вот у нее ладж размер, пожалуйста, $10. Вот так вот. Еще раз хочу напомнить вам, что это не самый дешевый, очень даже не самый дешевый магазин. Рулетки. А вот $17. Это фирменные рулетки, которые прослужат вам очень долго. Мы покупали рулетку как-то в Ждановичах в Минске. Вот тоже, по-моему, под $20. Скидки, тут всякая одежда, вот видите, одежда. Ну вот, что вам такое показать. Вот такая вот штуковина. Стоит, правда, $20, вот такой вот сет. Да, ну, вот. Вы уже сами там разглядываете, я, к сожалению, что тут вам попадает. Ну вот, магазин бесконечный. Что у них тут? Тут какой-то стенд. А, это ошейники для тренировки, для электронной тренировки. Позволяет тренировать животных. Вот, то есть ставится батарейка туда. Вот. Батарейка, и можно управлять. Вот. Я, если честно, не знаю еще толком, что тут можно делать. Вот, есть различные прибамбасы, вот, такие, например, для того, чтобы мониторить вашего животного и будет передавать вам на телефончик на такой. Различные системы беспроводного видеонаблюдения стоят $279. Различные системы беспроводного видеонаблюдения стоят $270. Вот, что хотите, то есть, вот,
что вам придумается, то... О, Мурзик. 5 баксов стоит такой Мурзик. О. Ну, ладно, буду я, наверное, заканчивать. Вот, всем привет. Это PetSmart, такой магазин, они есть почти везде. Ну, как бы... На этом, я думаю, все. Всем пока. Вот, и всем передаем большой привет.